Всем привет! Вот сделал приспособление для центрования всяких кривых заготовок в патроне. В общем, бывает, вот, допустим, вот заготовка, отрезанная на гильотине. У нее неровный торец, и, в общем-то, тут края так себе. Весьма так себе. То есть она, понятное дело, прилегает к кулачкам. Как-то так местами получается, в общем-то, биение. Вот, ну, хочется ее зажать поровнее. Для этого просто подводим, собственно, приспособу и нежно это дело ровняем. То есть получилось довольно неплохо, после чего заготовку дотягиваем. Так, одной рукой дико неудобно все это делать. Вот. В общем, после чего переключаем перебор один к одному. Включаем и радуемся. Ура!